Всем привет, друзья! Мы играем. Это уже хорошо. Играем в ТТВ, это значит, что будет очень много кликов. Блин, я забыл прописать мод Farsight, чтобы видеть противников, но ничего. Дима строит свой длинный лабиринт-колбасочку. То есть, с моей стороны... Ну, как-то ты не в ту сторону строишь. Да. По-моему. Лол, а почему? Почему уже течем, Дима? Уже? Да, все. Уже на чем? Офигеть. Ну, потому что я строюсь. Отличное начало. Так, сейчас застроился, будет взрыв, да? Будет взрыв? Я продал. Ого. Что-то какие-то невероятные заборы, но трех жизней мы уже лишились. У меня, кстати, висп кинг, он строит виспов за одну голду. Так что я мог бы сделать этот супер вот этот лайтовый лабиринт. Но у него есть виспы, которые бафают тех остальных виспов. Я ни разу вразумительно за этого не сыграл. Мы опять продолжаем течь. Все. Хорошее начало. Процесс пошел нормально все. Да, кобальды. Ну, в смысле, хреновой процесс. Кобальды геомантят вовсю. А здесь разве 60 лимита? Мне казалось, что 15. 35 вообще у меня. А, ну, это же... Не, я что-то строить. Запутался. Я привык в ЛТВ играть, а там же этот... Ну, лимит это сколько ты юнитов можешь послать. А здесь-то нет. О! А это кобальды улучшается в огненных элементалях, да? Угу. Прикольно. Так. Юнити будет горелка. Угу. Когда-нибудь. Да, хороший у тебя лабиринт. Главное, компактный. Блин, я что-то рано отправил юнитов. Ну ладно. Офигеть. Просто какая-то дорога славы у тебя, блин. У них там разногласия какие-то. Да. Так, что надо подождать? Ну я, короче, буду на шестой волне отправлять. Давай, Андрей, этот, на четных. А, ну в смысле, вот не сейчас, а вот, ну, как бы, значит, на нечетных. То есть сейчас я не должен, вот, да? Вот когда, перед вот инковым, который будет сейчас, надо отправлять. Ого, у Димы там жесткий огненный чувак. Так... На самом деле у меня вот один жесткий более-менее, потом чувак за 4000, а потом за вообще до хера. И все, как бы остальные вот все такие простенькие самые. То есть у меня запас прочности, то есть я в какой-то момент буду очень круто отбиваться, когда я его построю довольно долго, но потом как бы у меня вот в самом лейте у меня как бы не очень хорошо все будет. Я виспов построю. По сравнению. Ой, черт. Вот! Блин, я нажал escape. Как так? Так, ну пока, ладно, пока копим деньги и строим виспов. Один голд это немного. Так, ой, сейчас 400. Надо будет посылать уже когда-то или что? Да, вот. Ну, вот сейчас. Красный висп становится зеленым. Забавная метаморфоза. Так, готовимся отправлять юнитов. На Ctrl 2 это дело сделаем. Мне кажется, сейчас у них, возможно, будут проблемы. О, сейчас у нас проблема. У Андрея больше инком, чем у меня. Сильно странно. Что ты делаешь такой, Андрей? Ну, я более выгодно посылаю. Ага. Тебе на 30% больше платят? Ух, ну, во-первых, я это рабочего не брал. 5 голды сэкономил. А, вот в чем фишка, лол. Я тут бомжую, а он рабочего не брал. Ну, видишь, это вот в начале только одна голда, а сейчас вот превратился уже в 50 голды. Угу. Ну, Клоквер чуть не этот не прошел на корабль. Так. Нет, это даже не лабиринт, а какая-то, знаете, как в Зене, помню, ее заставляли этот проходить через какой-то круг позора или что типа ты идешь, и тебя все могут бить, короче. Да, вот. Примерно у портал стоит демонический. Ты мог бы этот до меня там достроить, короче. Да. Ну, я вот, если меня спросят, в чем заключается сложность... вообще лабиринт для чуваков, которые идут от Андрея. Я вот не знаю, что ответить на самом деле. Они просто как шли, так и идут примерно. Ой, сейчас у меня кома много. Да офигеть ты какой-то. Ты 5 голды реинвестировал, что... Короче, хорошие проценты. Да я заметил, блин. Отличные проценты прям. Читерный Андрей.
Че ты там творишь? Офигеть. Смотри. Так, ну что у нас с лабиринтом-то? Ну, пока живем, более-менее. Пока. Ключевое слово. Ну да. Я чувствую, скоро моему виспкингу придется что-то сделать. With amazing leadership. Ой-ой-ой. Что такое? Да лол, так на корабль все идут и идут, чуваки. Так, ну я вам тебе побольше сделаю лабиринт ключевой. Так этот надо юзать с пылы. С пылы юзать, это ж ТТВ. Ну давай, что-нибудь прожму, если что. Ну давай. Ну давай, я готов прожимать, если. Мы сейчас посылаем, Вадим. Да, да, да. Все, блин, я до нуля дослал, короче. Офигеть. Ну я чувствую сейчас этот... Может мне этого висплитера построить? Оп-оп. Ой, что-то не то нажал. О, прикольно, у виспов уже вместо одной атаки уже это. Хм, клевый лидер. Так, можно построить еще что-то. А, и вот этих вот виспов по одному всего доступно, офигеть. Неплохо. А, этих ни одного можно строить. А вот этот один. Так, надо сейчас будет посылать скоро. Текс. Блин, уже собаки бегают серые. Такая штука стоит. О, 2000. Не, пока мне не хватит на нее. О, заставил их всех в обход идти, нубасы. Не, ну, кстати, за виспов... Че, жоп, ты этот, прожимать, скажи, если надо будет. Вот, я пока прожал. Блин, а у него тут крит какой-то есть. 6,6% шанс нанести это кому? Блин, это всем или... Если всем, то это очень круто. Если кому-то юниту, которого у меня нету, то это печально. Есть у меня грейд за 18500. Сейчас, видимо, надо посылать уже. Так, что там, я отстаю? Да, все еще отстает Андрей. Ну, кстати, я вон их дамажу нормально. Мои виспы. Ну, виспов получается еще... 30 виспов построил по голде, и одного за 40 построил, у всех 9 атаки. Вполне нормально для чуваков с атакой 1. Текс. Так, ладно, я тогда 4000 коплю, хотя уже осталось-то. И буду значительно сильнее прям. Значительно? Ну, у меня, да, один юнит будет. Ну, я вон даже волка дамажу одного. Там уже надо, наверное, это, грейдить. Ну ты там перестань, у меня все хорошо сейчас будет. И уже, в принципе, все хорошо. Так. Вон, у них там пошел процесс. Че, протекание? Ну да. У них вон каменные братья какие-то. А, это понятно. Это... Ну все, я тут теперь сильный очень. Можете вообще там дальше накомить во всем. Ну, Андрей, перестань строиться уже, Диме голда не идет. Да, Андрей, сколько можно? Так, сейчас надо будет посылать скоро. Все, у меня чувак там 6-6-6 атаки. А ты улучшил свой барак, Андрей? Да, да. Молодец. Ну, я сейчас опять буду отставать, потому что у меня ничего тут не накадышилось, я даже отправить нормально их не смогу. Ну да, все, я теперь отбивать буду, все. Вот нормально, босса отправил. Что-то у них там все очень плохо. Да? Да, у них 4 хп осталось. Да, я не замечал, я как не посмотрю, это вроде все нормально, но почаще просвечивать. Но у них этот, потому что нету виспового короля. Да. Просветите кто-нибудь их. Как им двигаться? Я только что. В этом суровом мире. Он что-то отменяет, феникс строит. Все тупить начинают. Ой-ой-ой, все. Конец. Конец света. Можно опять просветить. Да, реально странно, что здесь карта прячется. Учитывая, что если просто просвечивать по очереди, все будет достаточно для того, чтобы видеть. Слайм. О, все.
Все, победа. Корабль затонул. Недолго они держались, к сожалению. 10 минут всего. Ну ладно. Да уж. Предполагаю, это сегодняшний стандарт. Предполагаю, что в день выкладывания этого видео будет еще одно видео. Так что ждите и надейтесь. Всем пока. А вдруг оно будет второе?